На телеканале НДС РБК новости смотрите сегодня. Была ли драка? В МВД отрицают полицейское побоище с участием 60 стражей правопорядка. Казна под градусом. Чтобы пополнить бюджет, депутаты предлагают вернуть ночную торговлю спиртным. Почему предприниматели против? Планы, о которых все забыли, губернатор рассказал о реализации стратегии развития региона, на которую были потрачены 30 миллионов рублей. Осторожно, гололед, как отправившись на работу, не попасть в травмпункт. Спасатели раскрыли амичам секреты правильного падения. Смотрите прямо сейчас. Налог на тунеядство в России может составить 20 тысяч рублей. Таким образом, в Министерстве труда надеются вывести зарплаты из теневого сектора экономики. По данным статистики, в России живет до 15 миллионов человек, которые официально не уплачивают взносы во внебюджетные фонды. Речь идет прежде всего о фонде обязательного медицинского страхования и о пенсионном фонде. При этом неработающие граждане, у которых есть доход, имеют медицинские полисы, а значит и право на бесплатную медицинскую помощь, а в будущем станут получать пенсию за счет государства. Авторы налога на тунеядство считают, что 20 тысяч рублей не покроют в полной мере всех расходов бюджета и подчеркивают, что налог будет взиматься как раз с работающих граждан, только официально нигде не трудоустроенных. Однако в правительстве решили повременить с введением налога, предложив хорошенько проанализировать ситуацию. По мнению экспертов, подобные предложения провоцируют социальную нестабильность. Я считаю, что вообще идея не очень хорошая, мягко говоря, попахивает немножко прошлым советским периодом. Наверняка государство предполагает собрать дополнительные доходы в бюджет, но нужно сразу понимать, даже если, не дай бог, он будет принят, то все равно затраты на его реализацию превысят те потенциальные доходы. Надо всех переписать, всех посчитать, всех контролировать и так далее. То есть система должна просто раздуться еще бюрократически. В то же время общественность довольно остро восприняла подобные законодательные инициативы правительства. В целом, по опросам социологов, инициативу поддерживает 45% россиян. Больше всего сторонников среди людей пенсионного возраста – 59%, и сторонников КПРФ – 53%. Против инициативы выступают молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет, жители крупных городов и респонденты с высоким уровнем достатка. Омских министров проверят на эффективность. Оценка работы регионального Кабмина станет ключевым моментом внедрения стратегии развития Омской области. Сегодня губернатор Виктор Назаров озвучил первые результаты работы по реализации стратегии. На разработку документа, который должен вывести Омскую область из кризиса, 3 года назад из бюджета было выделено 30 миллионов рублей. Долгое время стратегия пролежала без дела, но в сентябре глава региона принял решение о создании проектного офиса в облправительстве, который и занялся реализацией плана. Особенность новой системы – на проектную основу переходят все министерства, а ответственность за исполнение поставленных задач чиновники несут лично. И в первую очередь это касается самих министров. С неуспевающими, уверил глава региона, он распрощается уже в новом году. По квартальной оценке будут подводиться годовые итоги работы министров, не просто министерств, а лично каждого руководителя органа исполнительной власти, и приниматься будут решения, сможет ли он дальше осуществлять свою деятельность, либо не сможет. Посмотрите, вот детский сад, вот детский сад, вот детская площадка, вот алкоголь. Неприятное соседство. Тихий двор на улице Степанца превратился в место ночных посиделок выпивших граждан. А все потому, что на первом этаже дома открылась круглосуточная закусочная. Закусывают здесь обычно по ночам и, разумеется, алкоголь. Они приходят, покупают алкоголь, и никуда им идти не нужно. Они приходят на детскую площадку, располагаются на детских конструкциях. Скоро работа подобных заведений может стать абсолютно легальной. Депутаты законодательного собрания хотят разрешить ночную продажу алкоголя в магазинах на первых этажах, а также в различных кафе с условием, что распивать спиртное посетители будут в самом заведении. В то же время парламентарии оставляют за местной властью право запретить торговлю алкоголем при проведении концертов или спортивных соревнований. Мы можем узаконить дополнительные ограничения, но в то же время понимаем, что нельзя ущемлять права предпринимателей. Решение продиктовано заботой о выживании омского бизнеса, когда на дворе экономическая нестабильность, а в бюджете зияют прорехи, чем пахнут деньги, мало кого интересует. Опять же, ночные продажи алкоголя снизят риск отравлений суррогатом. В областном союзе предпринимателей считают, что легализовать ночную продажу алкоголя нужно полностью, но только для того бизнеса, который использует единую государственную автоматизированную информационную систему ЕГАИС, которая позволяет контролировать объемы производства и продажи спирта. Мы полсуток подарили нелегальному рынку, который
которые налогов не платят. А так все продажи будут учтены, и с этих продаж будут уплачены налоги, все прекрасно. У этих легальных организаций нет никаких проблем. Весь алкоголь только нормальный, никакой не контрафактный. Впрочем, далеко не каждый алкомаркет готов работать по ночам. После 22 часов такие магазины нужно закрывать, ведь владельцы пивных ларьков уверяют, их бизнес социально ответственный, а сами они хотят жить в городе, где уважаются интересы всех граждан. Смотрите, мы находимся в одном городе, да, то есть мы жители одного города, где мы все взаимосвязаны, поэтому, естественно, то есть ставить просто какие-то интересы одних выше других нет, видимо, смысла. К тому же, по словам предпринимателей, омичи в последнее время тяготеют не к спиртному, а к здоровому образу жизни. Это подтверждают и опросы граждан. Согласно исследованию Росиндекс, доля россиян, употребляющих алкоголь, за 10 лет упала на 15%. Как бы то ни было, парламентарии окончательное решение еще не приняли. Более того, обсуждение вынесут за стены законодательного собрания. Будут проводиться круглые столы, где выслушают все мнения. И только так, в конечном счете, депутаты решат, что важнее – доходы бюджета и честная торговля или же трезвое население. В МВД опровергли новость о массовой драке полицейских. На выходных появилась информация, что якобы 60 служителей закона в одном из кафе города Калачинска устроили побоище. В какой-то момент банкет по случаю выхода на пенсию одного из полицейских перерос в конфликт. Как сообщает Омское информагентство, усмирять стражей правопорядка пришлось их коллегам, дежурившим в этот день. Выносить ссоры из СБ руководству не хотелось. Именно поэтому, как пишут СМИ, информация о драке стала известна лишь спустя неделю. Сейчас Следственный комитет проводит проверку. На данный момент установлено, что в банкете принимало участие только 20 человек. В ходе проверки было установлено, что 15 октября компания в количестве около 20 человек, в которой также присутствовали три сотрудника полиции, проводила определенные мероприятия в селе Куликово Калачинского района. В Омске задержан боец смешанных единоборств Никита Федоненко по подозрению в совершении убийства. Жертвой спортсмена, который является бывшим сотрудником полиции, стал уроженец Армении Ваге Залибекян. В Следственном комитете пока не сообщают, что могло стать причиной конфликта. Однако есть данные, что в доме Федоненко обнаружены предметы, похожие на атрибутику скинхедов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящий момент установлено, что данные лица общались между собой в сети «Контакт», то есть через социальную сеть, о чем, соответственно, договорились встретиться в указанном месте. То есть мотивы, то ли это была ссора, то, соответственно, каких-то личных, либо бытовых, пока говорить рано, потому что проводятся следственные действия. У данных лиц изъяты электронные носители, то есть это мобильные телефоны, системные блоки, и данная информация будет проверена в ближайшее время. Темпы строительства жилья в Омской области рухнули. Всего за месяц объемы сдачи упали в 3 раза. В сентябре построили 37 тысяч квадратных метров. С начала года в эксплуатацию введено менее 7 тысяч квартир, сообщает Омсстат. Причем 70% пришлось на дома массовой застройки. Уменьшились темпы строительства в районах Омской области. Примечательно, что на фоне падения строительства снижаются и цены на жилье. Впрочем, Омск оказался в федеральном тренде – минус 5% с начала года. Сегодня квадратный метр на вторичном рынке жилья в среднем стоит 43 тысячи рублей. Падение стоимости зафиксировано и у соседей в Новосибирской и Тюменской областях. Изменение цен на вторичном рынке жилья в целом по стране составило около 4% в сторону снижения. Отрицательный тренд был зафиксирован в 71 из 82 регионов. В новом году эксперты резких колебаний не прогнозируют. В мэрии рапортуют, город к зиме готов. А снегопады и гололед уже не застанут коммунальные службы врасплох. Дорожники подготовились к капризам природы. Организовано круглосуточное дежурство спецтехники. Сделан запас реагентов. Предстоящей зимой уборку и вывоз снега, прометание и противогололедную обработку дорог будут выполнять около 350 специальных машин. В департаменте городского хозяйства уверяют, омичам не стоит бояться повторения снежного коллапса 2015 года, когда Омск встал в 10-бальный пробках из-за внезапно нагрянувшей стихии. Упал, очнулся, гипс. Именно по такому классическому сценарию получают травмы на улицах большинство омичей. Виктор Титов встречает первый снег не дома за кружкой горячего чая, а в кабинете травматологии. Подскользнулся на ровном месте, в 2 шагах от своего дома. Весь удар у меня прошел, все падение принял на левую руку. Значит, поднялся я. Вот. Очень страшная боль, и получился у меня вывих. Значит, у меня плечевая кость, она выскочила из посадочного места и прямо из-под кожи торчала этот сустав.
Ну, вот такая штука. Вот так встретил я гололед, значит, первым снегом. Плечо загипсовано. На больничном Виктору придется пробыть не менее 2 месяцев. Чтобы свести последствия снегопадов и гололеда к минимуму, в МЧС даже разработали памятку. Как лучше всего падать? Если все-таки произошло падение, нужно правильно загруппироваться, принять так называемую позу эмбриона. Руки прижать, локти к туловищу, спину держать прямой, ноги слегка согнуть, голову втянуть в шею и прижать к подбородку. Это поможет избежать травм. Кто бы мог подумать, что обычная для большинства россиян походка с руками в карманах таит в себе опасность. После того, как на омских улицах выпал первый снег, число подскользнувшихся и получивших травму граждан сильно возросло. Если вы все-таки попали в такую ситуацию и находитесь в состоянии свободного падения, эксперты рекомендуют сгруппироваться и попробовать упасть на бок. Но, по сути, это сделать невозможно, так как на все про все у человека есть всего несколько секунд. Если вы не спортсмен, то хотя бы не надевайте в гололед обувь на каблуках или скользкой подошве. Опаснее всего такие падения для людей пожилых и для детей. Именно они чаще всего попадают в кабинет к травматологу. Если падение все-таки избежать не удалось, необходимо обратиться к врачу, даже если внешних признаков ушиба нет. Такие падения чреваты различными переломами, которые, в принципе, стандартные. Это перелом луча в типичном месте, перелом позвоночника в поясничном отделе или в нижнегрудном отделе позвоночника, переломы шейки, хирургической плечевой кости и перелом в области тазобедренного сустава. Травматолог Евгений Шипицын говорит, сам старается обходить стороной нечищенные тротуары и смотреть почаще под ноги. Наказание за неряшливость. Мэрия Омска оштрафовала собственников зданий и земельных участков на 15 миллионов рублей. С начала года зафиксировано 8 тысяч фактов нарушения правил благоустройства. Другими словами, за грязь и мусор юридическим и физическим лицам пришлось ответить рублем. Впрочем, у жителей частных домов, к примеру, есть существенное оправдание. По словам председателя одного из КТОСов, муниципальные службы вывозят мусор оттуда всего 2 раза в месяц. Соответственно, держать в чистоте улицу и прилегающие территории – жителям очень сложно. Бывает еще и срыв графика. Вот у нас буквально на прошлой неделе наш вторник, а мусор не вывезли. Жители выставили, а его не вывезли. Собаки бродячие растаскивают, и это все разлетается. Вот о какой уборке можно о субботниках говорить? По словам председателя КТОСа, от безысходности жители частного сектора бросают мусор просто на улице, хотя всем приходится платить за услуги по вывозу отходов. На что представитель департамента городского хозяйства ответил, сделать рейсы мусоровозов чаще не получается, не хватает средств. А все потому, что собранные с частного сектора деньги идут как раз на ликвидацию подобных стихийных свалок. О потере пенсионных накоплений будут информировать под роспись нового года. Сменить один негосударственный пенсионный фонд на другой станет сложнее. Вместо заключения стандартного договора, которого сегодня вполне достаточно, чтобы перевести пенсионные накопления из одной финансовой организации в другую, теперь граждан под роспись обязаны будут проинформировать о потере части инвестиционного дохода. Россияне слишком легко меняют пенсионные фонды и зачастую не в состоянии в полной мере оценить все риски потери своих денег. С 2015 года уже действует норма закона о смене фонда не чаще 1 раза в 5 лет. Задача нового законопроекта, сообщают «Известия», снизить число пенсионных перебежчиков, которые не дают негосударственным пенсионным фондам формировать долгосрочную инвестиционную стратегию. Дополнительные сложности, по мнению авторов законопроекта, заставят граждан лишний раз подумать и принять в итоге взвешенное решение, кому все-таки доверить свои накопления. Омичи просят оценить качество товаров и услуг в регионе. Министерство экономики решило выяснить, насколько довольны жители региона продукцией местных предприятий. С этой целью эксперты регионального правительства запустили анонимный опрос. Чтобы принять участие в исследовании, нужно скачать на сайте Минэкономики анкету для жителей региона и ответить на вопросы. Выделить цветом верный вариант ответа или дописать свой комментарий. Имя, дату рождения, адрес и другие паспортные данные указывать не надо. Файлы с заполненными анкетами следует отправить на электронные адреса, которые сейчас на экране.